Ну, как бы, в принципе, нет. Почему? Потому что я просто не уважаю плагины. Вот просто, ну, никак не уважаю. Как бы это все не пиарили, как бы это все не раскручивали, что плагины, плагины. Столько людей со мной сралось, типа, ты че, блядь, ты дед старый, ты не понимаешь, плагины, плагины. Все равно записи звучат синтетически. У меня самого есть, как бы, этот, и Angle Savage плагин, я на нем уже записывал, Outerside и так далее. Есть и Nolly плагин, Neural DSP. Да, блядь, все равно это какое-то говно. Но все равно, как бы, живой звук, вот даже вот этот Synergy, да? Ну, не получить такой на плагине никак. То есть, ровно... Все равно другой, как бы, как ни крути, не знаю, поэтому из-за того, что это реклама, допустим, из какой-нибудь, не знаю, новый Ibanez, я посмотрел бы, просто это реклама плагина, поэтому нет, но интересно, посмотрим сейчас дальше. То есть это все сведение, естественно, плагин так звучать даже близко не будет, если, допустим, просто включить там пресет, кто это, не знаю, какой-нибудь там Ник Джонсон или кто это. Вот будет прям, типа, Neural DSP, его именной, и там будет на первом месте прям пресет Ник Джонстон, типа, там, Clean. Включите, ну, даже близко такое-нибудь. Это все сведение. Даже здесь все равно слышно, что какого-то тела как будто не хватает. Как будто это просто вот воздух такой вот цифровой. То есть, ну, нет у него какого-то прям... подклада. И здесь куча гитар записано, какие-то хорусы, как бы пинг-понг дилей там и так далее. Тоже вот как будто тут именно такая вот зузенькая частотка и все, и как будто тела прям нету. Поэтому, как бы, с одной стороны, да, я все время мечтал о том, что, блин, как же круто, когда у тебя просто звуковуха, и на экране там плагин, ты вставил один провод, и ни о чем не паришься, никакие там, блин, импульсы, никакие преампы, никакие провода, ничего. Это просто, по сути, идеальная концепция, когда у тебя просто тупо, блин, звуковуха, и все, и больше ничего нет. Но не получается, все равно это какой-то зуд, то есть так они, как ни крути, не звучат.